Так, мои дорогие, будем мерить сегодня теплые вещи в магазине Яндекс. Все вещи модные, покажу, сколько стоят. Так, начнем с красной куртки. Сукрон. Я так себе и не купила, так и хожу в своем пуховике. Надо рукав. Помните, да, рукав надо взять. Но куртка на такую теплую погоду, мои дорогие. Кажется, она мне маловато. Хотя это мой размер. Да, куртка мне маловато. Размер М. Надо быть аккуратным с размерами. Так. Мало. Мало однозначно. А куртка хорошая. Раздеваемся. Снимаем. А может быть тоже мало. Нет, размер L. 700 крон. Куртки добротные, хорошо сделанные. Так, рукавчик прицепим, да? Ой. Смотрим. Замочек есть, замочек хороший, классненький. Так, ну кажется, она без капюшона. Ну что ж такое, когда хорошая куртка, она каждый раз без капюшона. Да. То есть капюшон не годится. Не годится. Я замерзаю без капюшона. Куртки без капюшона никуда. Потому что когда ты оденешь без капюшона, вот шапку оденешь, вот тут вот все голое, да, надо еще шар. Хорошая полная с капюшоном. Ой, не знаю, сколько стоит. Все непонятно. Размер М. Так. Рукавчик присобачили. Так. Классно, но мне что-то цвет не идет. Мне так кажется. Мне кажется, цвет не мой. Нет. Куртка хорошая, а цвет не мой. Классная куртка. Это в Линдексе. Познавательных знаков нету. Сколько стоит, не знаю. Так, ой. Упала. Упала. Так, повесим ее сюда. Вообще на драп, на шерсть цены просто очень сильные. Очень сильные цены.
как это называется, спинджак. Смотрите, как орликина. Нет. Что-то вообще никак. Не нравится мне. Мои дорогие, что-то не... Какое-то сумасшедшее совершение. Так, ну и гвоздь сезона. Сейчас модно, я смотрю, что повсеместно это продают. Так, посмотрим, сколько этот шарф стоит. Вот такую скандинавскую моду я вам сегодня показываю. 300 крон, это магазин Линдекс такой. Что это такое? Шарф, сейчас посмотрим. Так, мои дорогие, пожалуйста, зацените, как это вот. Я что-то даже не знаю. Ну, а с другой стороны, смотрите, практично, скандинавский стиль. Практично очень. Правда, я не знаю. Вообще классно. Смотрите, все как я хотела. Жду ваших комментов. Вот такая у нас мода.